Ну расскажите, когда мы мужу вашему делали процедуру? 2 года тому назад мы ездили к доктору Шацкому. Муж почти ничего не слышал. После процедуры он сейчас хорошо слышит. И все у него по здоровью нормально. У него было сильное головокружение. Сейчас этого головокружения нет. Бывает очень редко, если только метеоусловия какие-то. Так все хорошо. Спасибо доктору. Ну, вы от себя скажите, да-да. Да-да-да. Все, что она сказала, чисто правильно. И вот сегодня уже с женой пришли вместе. В Адлере мы делаем процедуру. Ну, расскажите, да, как у вас. Что было, что стало? Было, знаешь, слух пропал, головокружение частое. Вот, были, что просто ходить невозможно было иногда. Вот. Вот попал на прием, покачивала дорога, идешь, вот кидает в сторону. Попал на прием 2 года назад, вот в Краснодар ездил. Коллегу Геннадьевичу попал. И вот после этого уже 2 года проблем нет, и слышу. И не качает. А слуховые аппараты покупали, не покупали? Аппаратов накупил, ну, помогут, но бессмысленно, ничего не... Сейчас не пользуюсь вообще. Здорово. И вот 2 года уже прошло. Да, два года. Ну, отлично. Так что спасибо большое. Все, я думаю, что сегодня и с женой уже все будет тоже. Да, дай Бог, вот жену привел сейчас. Зайдется. Все хорошо.